В среду в Самарской области переменная облачность. В первой половине дня ясно, к вечеру небо закроют тучи. Местами пройдет небольшой дождь. В дневное время 17-21 с плюсом, ночью 8-10 выше 0. В Сызрани безоблачно, днем плюс 19 градусов, ночью плюс 10, пройдет дождь. Ветер северо-восточный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, днем 17 тепла, вечером возможен дождь, ночью плюс 8 градусов. Северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре ясно, днем 20 градусов тепла, ночью небольшой дождь и плюс 9. Ветер западного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 31%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.